Навесная переправа, скалодром, водолазные работы и ликвидация аварии. Действия в таких чрезвычайных ситуациях отработали ставропольские спасатели во время соревнований на Кубок Александра Новиченко. Это их коллега, погибший летом 2001 года на служебном задании. Он отдал свою жизнь, устраняя аварийную ситуацию на Сенгелеевском водохранилище. В турнире его памяти приняли участие 7 команд. Лучшими оказались сотрудники Ставропольского поисково-спасательного отряда.